Вчера прошло очередное заседание Комитета по социальной политике с участием представителей городской думы и администрации Димитровграда. На повестку дня были вынесены 11 важных для города вопросов. Депутаты были крайне недовольны работой администрации. В негативном ключе обсуждались проведение Дня Победы, организация акции «Бессмертный полк», работа органов опеки, а также злободневная тема по кредиторской задолженности в 12 миллионов и расходов городского бюджета за 2016 год. Какой мы можем выносить решение в бюджет 2016 года, если он не исполнен? Он вообще не исполнен. По большому счету, потому что мы каждый раз говорим о том, что у нас кредиторская задолженность находится на таком уровне, на котором мы уже бюджет 2017 года скоро исполнять перестанем. Более 3 часов шли обсуждения и споры по выполнению своих прямых обязанностей администрации Димитровграда. Из 11 вопросов рассмотреть успели только 6. Лично глава администрации города Вячеслав Гнутов не успел выступить со своими отчетами, но прокомментировал нам сложившуюся ситуацию. Мне, честно говоря, сегодня была неожиданна позиция депутатов на заседании данного комитета. Мне бы хотелось с ними переговорить и понять причины, потому что буквально еще там на предыдущих заседаниях и комитетов, и пленарных заседаний совершенно другая атмосфера царила, то есть именно атмосфера там взаимной работы. Но сегодня вы видите, что даже штыки воспринимались мои слова, когда предлагалось, что какие-то вопросы нам необходимо в обязательном порядке совместно решать. Ну, я думаю, что это просто какое-то временное явление. Также Вячеслав Геннадьевич отметил, что в целом не согласен с замечаниями, но заверил нас, что после сегодняшнего мероприятия он еще раз пересмотрит свои доклады, а отдельные вопросы будут проработаны более тщательно. Кристина Жакот, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.